тоже получит керамбит! Правда, мое ухо похоже на вареник. А, все, все, все! Молодец, забрала, все! Привет! Прямо сейчас они покупают любое оружие, любое, какое они захотят. Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня кто-то из этих трех замечательных девушек получит керамбит. Девочки, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Ребята, у меня есть к вам одна небольшая просьба, пожалуйста, поставьте все по лайку, и прямо сейчас даже девочки попросят у вас, чтобы вы поставили лайки и подписались. Девочки, давайте. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. На канал. Кента ПК. Да, ребятки, подписывайтесь на канал Кента ПК и ставьте лайки. Если вы после этого не поставили лайк, то вы просто нелюдь. Ну что же, ребята, давайте я вас с ними познакомлю. Первая это Алекса. Вторая это Александра. И третья это Олечка. Блин, я себя чувствую каким-то сутенером, но ладно, не суть. Так, ну что же, ребятки, прямо сейчас будет первое задание. Им надо нарисовать меня. Кто нарисует красивее всего, тот получает первый балл. Ну что же, можете начинать. Поворачивайтесь. Каждый занимайте определенное место на стене и начинайте рисовать кента. Давайте, давайте. Я отворачиваюсь спиной. У вас осталось ровно 20 секунд. Давайте. 5 minutes later. 5. 4. 3. 2. 1. Все, перестали стрелять, перестали стрелять, перестали стрелять. Ой-ой-ой, Алекса очень постаралась. Правда, мое ухо похоже на вареник. Но хотя бы это похоже на лицо человека. Дальше Олечка. Олечка нарисовала меня. И, к сожалению, у меня 5 глаз. Блин, Олечка, ну что ты плохо постаралась. Третья это Александра. Я не знаю, что это такое. Честно говоря, похоже на какую-то макаку. Но ты старалась. Но, ребята, к сожалению, в этой битве первое место занимает Алекса. И она получает 1 балл. А Олечка и Александра получают по 0 баллов. Ну что же, прямо сейчас будет задание номер 2. Вам всем надо взять в руки оружие G22. Возьмите в руки G22. Так, у всех G22. Это самый обычный глок. И ровно через 10 секунд вам... Стой на месте, стой на месте. Нельзя. Ровно через 10 секунд вам надо меня убить. И кто первый меня убьет, тот получает еще 1 балл. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали, поехали, поехали. Кто же убьет? А ну-ка, ну-ка. Все берем G22. И кто же убьет первый кента? Кто же первый убьет кента? Я слышу чьи-то шаги. Ох ты. Ой-ой, Олечка. Увы, ах, не фартануло. Так, а ну-ка. Ох, ну что-то вообще слабо играете. Изи, изи, изи. Нормально, Алекса. Ну что ты не стараешься? Ну, у меня, кстати, уже 70 хп. Блин, я думал, вы получше играете. А ну-ка. Ну-ну, кто убьет кентуху? Так. И меня убила Олечка. Олечка, я тебя поздравляю, ты получаешь 1 балл. Ну что же, ребята, и в этом раунде мы будем кидать скины. И кто кинет скин дальше, тот получит 1 балл. Смотрите, я хочу вам напомнить то, что у Алексы и у Олечки по 1 баллу. К сожалению, Александр отстает, но, ребятки, ничего страшного, надеюсь, она всех догонит. Ну что же, давай, Александра, набирай разгон. Вот как хочешь, так и кидай. Давай. И кидай скин как можно дальше, давай. Можешь прям в упор подходить к балкону, поняла? В упор можешь подходить и кидай, давай. Может, разгона, как хочешь. Так, все, вижу. Ты попала на ящики, чуть не очень далеко. Ну что же, Алекса, давай твой выход. Давай, я верю в тебя, Алекса. Ой-ой-ой. Ну как так? Почти тут сантиметр разницы. Так, ну что же, Олечка, покажи как надо. Алекса, может ты отойдешь, не будешь мешать? Давай, Олечка, покажи как надо кидать. Давай. Ядрить, колотить, куда он улетел? А, ты не кинула скин? Давай, Олечка, кидай. И... Ну, кстати, Олечка, я тебя поздравляю, у тебя плюс 1 балл. А теперь смотрите, как кидает Кент АПК. Просто смотрите, женщины, отойдите. Ща, я покажу, как надо кидать, а то вы не умеете. Вот так вот, вы это видели? Учитесь, пока я жив. Ну что же, ребятки, а теперь напоминаю турнирную позицию. У Алексы 1 балл, у Олечки 2 балла, у Александры 0 баллов. Ну что же, а мы идем дальше. Ну, а это самое прикольное задание, как по мне. В этом задании вам надо просто запрятаться. У вас есть 15 секунд. Прячьтесь, где вы хотите. Вот в любом месте.
И кого я убью, тот, ребятки, вылетает. И кого я бью последним, тот, получается, получает 1 балл. Поэтому у вас есть ровно 10 секунд. Вам надо запрятаться. Я не смотрю, я смотрю в стенку. Прячьтесь где хотите. И последнюю, кого я убью, получит 1 балл. Ну что же, я думаю, что уже можно искать. Поехали! На минимапе я никого не вижу, так, тут тоже никого не вижу. Слушай, вы еще так хорошо запрятались. Не, ну это рофл какой-то. Так, в коврах тоже никого не вижу. Нифига себе. Ой, привет, Андрей. Привет, Александра. Блин, Александра, тебе еще так не везет. Наверное, это из-за твоего плохого ника. У тебя 0 баллов, камон. Блин, я тебя сочувствую. Так, ну что же, идемте дальше. Идем. Ох ты, блин. Ох, кого я вижу. Ох, кого я вижу. Ой, зря ты так, зря ты так. Можешь бежать, но тебе это вряд ли поможет. И минус Алекса. Олечка, выходи. Ты получаешь 3-й, мать его, балл. У-у-у, Олечка, ну просто вообще, давай пятюню. Ой, я тебя убил. В общем, ребятки, у Олечки 3 балла, у Алексы 1 балл, у Александры 0 баллов. Ну а в этом испытании вам надо найти мой скин. Я его где-то запрячу, это будет G22. Так, пока что стойте на базе, не двигайтесь, стойте на базе. Стойте на базе. Я его где-то запрячу, и вам надо будет его найти. Говорю сразу, что место будет непростое, довольно-таки сложное, и я бы, возможно, его не нашел. Скажу так. Ну чё, можете искать? 5 minutes later. Не может быть, Александра пишет в чате, что я нашла. Александра, иди сюда. Покажи скин. Да ты не нашла, ты меня обманываешь, Александра. Это не мой скин. Это не мой скин, я не его прятал. Ах, вы маленькие мошенницы. Ребята, вам надо найти только мой скин. Не надо искать скины других девочек. Я прячу скин один. И вам надо его найти. Окей, давайте. Раунд номер 2. Давайте, давайте. Ну что же, попытка номер 2. Девочки, можете начинать искать. Говорю сразу, что скин запрятал на А. Давайте быстрее. Ну в этом раунде, если вы не найдете, ну это все. Это вас в комментариях все будут обзывать нубами. Поэтому давайте, ищите, 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 кто же найдет, кто же, кто же. Давай, Алекс, найди, не огорчай папочку. Ну-ну-ну-ну, где-то на А. Я говорю, скин запрятал где-то на А, кто же найдет? Олечка и Александр ищут где-то непонятно где. И? А ну-ка, кто же найдет скин? А ну-ка, мне очень интересно. Олечка пишет, что я нашла, и где же он? Олечка, где же скин? А где же? Я чуть не вижу скин, Олечка. Ты его не нашла! Ты его увидела! А вот кто его найдет, это уже другой вопрос. Ну, ну чё ты прыгаешь, Олечка? А, все, все, все! Молодец, забрала, все. Ребята, поздравляю, Олечке 4 балла. У Александры 0 баллов и у Алексы 1 балл. Ну теперь будет финальное испытание. И в этом испытании выбывает один участник, а именно Александра, потому что у нее 0 баллов. Прямо сейчас я сравниваю баллы Алексы и баллы Олечки. И у них будет финальное испытание, это дуэль. Поэтому прямо сейчас, Олечка, переходи за мою команду. И в следующем раунде у вас будет дуэль. Ну что же, ребята, и прямо сейчас будет финальное противостояние. Алексы против Олечки. Прямо сейчас они покупают любое оружие, любое, какое они захотят. И у них начинается дуэль на всю карту. Дуэльтесь как хотите, по любым правилам. Я буду бегать с ножом. Говорю сразу, меня не убивать, я бегаю с ножом. Я просто смотрю и снимаю. Меня не убивать, я бегаю просто с ножом. Ну давайте, кто же будет сильнее, Олечка или Алекса? Кто же получит керамбит? Кто же будет финальным победителем? Смотрим. А ну-ка, а ну-ка. Олечка, давай. Ну, честно говоря, я болею за Олечку, потому что она заняла первое место почти во всех испытаниях. Но, Алекса, у тебя тоже есть довольно-таки большой шанс. Олечка или Алекса? Кто же будет победителем? А ну-ка, смотрим, 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 кто же получит керамбитик? Давай, Олечка, покажи, на что ты способна. Я знаю, что у Олечки еще вроде бы есть медаль. Да, да, есть еще медаль, такая же, как у меня. Это самая обычная дешевая донатерская медаль. Но сейчас мы посмотрим, на что же она способна. Буквально 1 секунда! И Олечка по праву забирает свой керамбит. Олечка, я тебя поздравляю. Напиши, пожалуйста, в чат, какой керамбит ты хочешь получить.
Большое тебе спасибо за участие. Я тебе его обязательно отдам. Но вы, мои уважаемые подписчики, спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент АПК. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.